Сегодня я расскажу о том, как приготовить замечательную закуску к пиву. Вот грудка, которая была выделена из курицы, которую я разделывал в одном из роликов. Значит, сейчас надо ее подготовить, и в результате получится нечто очень-очень вкусное. Вот это вот малое филе, мы его отделяем. Оно практически уже по размеру подходит, но все-таки примерно вот такие вот нужны кусочки. Все остальное будем нарезать точно так же. Я буду укладывать вот в этот контейнер, чтобы не брать большую посуду, потому что объем небольшой. Жилки, кровяные сгустки надо убрать. Пленки всяческие, чтобы это потом не мучиться и между зубами все это не застревало. То есть зачищаем от всякого-всякого ненужного. Вот этот жир не нужен тоже. Я буду немножко грубо удалять, потому что времени не хочется вашего отнимать лишнего. Так что стараюсь побыстрее это делать. Форму и вид кусочков вы сами определите, но желательно, чтобы где-то 2 сантиметра на 2 сантиметра и длиной сантиметра 4-5, вот так вот. Вот теперь опять попало немножко. То есть в плоскости где-то около сантиметра, может быть полутора. Далее все это нарезаем. Если что-то получится длинное, толстое, потом можно исправить. То есть надо получить что-то типа соломки вот такой вот. Вот, нарезали. Что далее? Далее мы должны это все посолить. Я буду солить на глаз, как бы на свой вкус. Вот, посолили. Далее добавляем специи. Из специй. В принципе, тут ваше творчество. Что любите, то любите. Я буду делать так, как нравится мне. Может быть, и вам это придется по вкусу. Перец черный, горошек. С мельницы, чтобы это все проникло в толщу. Перец черный молотый. А, горошек, естественно, это имелся в виду душистый горошек.
совсем немного мускатного ореха. Паприка сладкая. И чтобы придать такой нежности, чего-то особенного, может быть даже китайского, немножко кунжута. Вот, теперь все мы это перемешиваем, чтобы специи пропитались, и отправляем примерно часов на 12 в холодильник, чтобы созрело, чтобы получилось вкусно и интересно. Я сейчас закатаю этот лоток стрейч-пленкой и вот в таком виде отправлю в холодильник на 12 часов. Ну вот, наш деликатес просолился. Видите, он стал таким красивым, прозрачным. Вот она, грудочка стала такая, кусочки. Теперь надо это дело нанизать на вот такое приспособление. Вот, посмотрите, пожалуйста. Значит, это выгнутая скрепка, как вот в детстве елки наряжали. Для того, чтобы вывесить на сушку. Вот так вот это продевается. И получается вот такая подвесочка. Я не буду вас утомлять. Сейчас я нанижу все кусочки и покажу уже, как это будет отправляться на сушку. Вот, получились вот такие вот подвесочки. Сейчас я поставлю в духовку решетку и снизу на решетку со скрепочки, именно как елочные игрушки, буду их подвешивать. Вот так вот красиво получилось. Теперь это все задвигаю и ставлю на 40 градусов на сушку. В зависимости от того, насколько крупные кусочки вы отрезали, это может занять от 4 до 12 часов. Ну, я вот нарезаю так, чтобы примерно часов 6 этот процесс продолжался. Ну вот, прошло 6 часов. Наша закусочка готова. Вынимаем ее из духовки. Снимаем. Так, тут немного специй осыпалось, перчик упал. Теперь осталось снять скрепочки и выложить на тарелочку. Оп, перчик.
Ну вот и оно, чудное блюдо. Осталось налить пиво и насладиться вкусом.